Мухаррам является одним из высокопочтимых священных для мусульман месяцев. А самым ценным днем месяца Мухаррам является 10-й день Ашура, который в этом году выпадает на 30 сентября. В этот день раздают садака, радуют детей, близких, читают Коран и совершают богоугодные дела. В исламском календаре встречаются не только великие месяцы, но и высокочтимые дни, которые желательно проводить в усиленном богослужении. 10-й день месяца Мухаррам, Ашура – один из них. И самым лучшим деянием в этот день является соблюдение поста. Или же 9-й день за день до Ашура, или же 11-й день, следующий день, чтобы совмещали вместе с днем Ашура. Это является сунной. И один пост из месяца Мухаррам, согласно хадисам, приводится, как бы сравнивается с 30 днями поста. И после месяца Рамадан одним из самых высокочтимых для поста является месяц Мухаррам, говорится в хадисе от Табрани. Каждый из мусульман без сомнения знает, когда наступают главные исламские праздники. Но, как утверждают ученые-богословы, не менее важно знать, когда наступают и такие высокочтимые дни, как день Ашура. Ведь с этим днем связано множество наиважнейших событий в истории. Он знаменуется тем, что очень много разных событий в мире произошло именно в этот день. То есть начало вообще создания Земли, курс, арш, большие такие признаки, аламаты, которые Всевышний Аллах сотворил, Он сотворил их в этот день. И судный день тоже говорится, что наступит именно в день Ашура. В общем, знать необходимо эти даты, знать об этих числах. Почему? Потому что все события вот в календаре, которые происходят, важные моменты, они нас как бы заставляют, подталкивают к тому, чтобы мы начали делать хорошие поступки. То есть в мирской суете мы, может быть, начинаем забываться, немного отходим от религиозных канонов, где-то мы упускаем, слабеем, вера наша слабеет. И такие даты, они нас подгоняют, они нам напоминают о том, что мы рабы Всевышнего Аллаха. На день Ашура приходится немало событий, связанных с пророками. Корабль пророка Нуха в этот день причалил к горе Джуди после всемирного потопа. Пророк Муса и его последователи спаслись от преследований фараона. В этот день произошло и множество других важных событий. Ашура является особенным днем, поэтому, по мнению ученых-богословов, к нему нельзя относиться беспечно. Если нам не безразлично, когда наступают важные исламские дни, достаточно приобрести мусульманский календарь, с помощью которого мы сможем не только узнать, когда наступают важные даты, но и получить о них краткую, полезную информацию. Абдулла Алиев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.